Для нас не важно, то есть, как выглядит собака, нам главное рабочее качество. Если взять, допустим, ПНС по поиску наркотических средств, собака в основном работает в помещении, то есть большую немецкую овчарку неудобно в помещении зачастую. Приходится везде лазить. То есть собака должна быть меньше, шерсть на ней должна быть короткая, чтобы где-то подлезть, чтобы ничем не зацепиться, для удобства работы с ней. Ну, по следу, соответственно, тут возможности для внешнего вида больше. Тут главное, чтобы челюсть хорошо хватала, чтобы был прекрасный нюх, задержание, ну и, соответственно, спортивные качества.